Всем привет! Сегодня у нас на распаковке парктроник от компании GX New. Доставка очень быстрая, чуть больше недели до Киева. Трек-номер отслеживался, проблем на таможне не было. На сайте можно выбрать из широкого спектра цветов, а если у вас индивидуальный оттенок, то просто возьмите черные сенсоры и покрасьте их своей краской. Ведь, как говорил Генри Форд, цвет автомобиля может быть любым, если он черный. Товар доставляется в надежной упаковке и в заводской коробке. Она, скорее всего, будет немного деформирована, но зато с самим товаром ничего не случится во время транспортировки. Конкретно данная модель на 8 датчиков, 4 впереди и 4 сзади. Но вы можете установить вперед 2 или вообще установить датчики только назад, а докупить у себя блок и установить остальные датчики на другое авто. В комплекте идет сверло, при помощи которого вы сможете высверлить круг необходимого диаметра для установки сенсора. Кстати, в данном видео не будет установки и монтажа, но если вы хотите, я обязательно сниму это для вас. Просто поставьте лайк под этим видео, и тогда я буду знать, что это вам интересно. В комплекте также идет цветной приятный дисплей со встроенным громким микрофоном. Который показывает, с какой стороны преграда и как близко вы к ней подъехали, а также удлинитель для каждого сенсора. Общая максимальная длина каждого датчика вот столько метров. Рабочий диапазон напряжения для данного парктроника от 10 до 14 вольт. Диаметр сенсоров 18,5 мм. Уведомления на дисплее можно перевести в голосовое, звуковое и отключить звуковые сигналы полностью. Еще в комплекте кабель для подключения к питанию и инструкция, как правильно все устанавливать. Конкретно данный парктроник необходимо подключать так: красный провод на постоянное питание, желтый на лампочку заднего хода, белый на питание при нажатии тормоза, черный на минус или массу автомобиля. Рекомендуемая высота крепления сенсора от 50 до 65 сантиметров от земли. Что-то я заговорился, но повторюсь, если вы хотите увидеть, как этот парктроник работает и как его подключать, то ставьте этому видео лайк. А у меня все. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Желаю вам успехов и до скорых видео.